Год после трагедии в Омске начали судить тех, кто, по версии следствия, виновен в гибели 4 человек из-за падения крана. Стали ли безопаснее строительные площадки в Омске? Вне игры, из-за чего профессиональный спорт в регионе находится в зоне вылета, и почему начинающим омским спортсменам уже пора выбирать, куда уезжать. Виртуальный успех, реальные миллионы, как заработать на блогах в сети, сибиряки покоряют мировой видеохостинг. Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20:00 и в 23:30.